Ребята, мне срочно нужна ваша помощь. Я тут недавно мыл реквизит после съемок видео, там, ну, про арбизы, лизуны. Так вот, несколько шариков арбиз упали в раковину и разбухли там, и теперь вода очень плохо сходит. Короче, арбиз погубили мою раковину. Да, я знаю, что можно разобрать сифон и достать арбизы оттуда, но резьба сверху сорвана и она прокручивается, а снизу я тоже не могу добраться, потому что все посажено на какой-то клей и не отрывается совсем. И один единственный способ — это растворить арбизы прямо в раковине. Но чем их растворить? Все знают, как и в чем выращивать шарики арбиз, но вот чем их растворить? Ребята, какие у вас будут по этому поводу мысли? Пишите в комментариях, и я обязательно сниму про это видео и покажу, как все прошло. Ну а на этом сегодня все. Желаю всем хорошего дня и до завтра. Кстати, завтра с утра выйдет крутое видео про кнопку YouTube.